понимаю тех же крымских татар, у которых за полтора года оккупации, во-первых, десятки брошены в тюрьму, где Кальченко и Сенцова сделали террористами и посадили на 20 лет крымских журналистов, тоже нашли террористов. Где человек, который выходит к памятнику Шевченко и пытается возложить цветы, его бросают в каталажку. Какой механизм давления на так называемую оккупационную власть? Каков, если другого механизма нет? Я когда работал мэром Севастополя и премьер-министром, мы с российскими регионами подписывали договора дружбы. Мы строили дома дружбы, с тем же Лужковым открывали. Мы открывали памятники Пушкину, Кириллу и Мефодию. Восстанавливали памятники героической обороны Севастополя. Это делала Украина. Мы не экспроприировали Московский государственный университет. А если мы построили за год, за миллиард гривен в 2009 году банковскую академию украинскую, а пришли варвары и выгнали оттуда всех и забрали ее... Если я поставил памятник гетману Сагайдачному, все украинские моряки там свадьбы играли, а через три дня после оккупации этот памятник снесли и выбросили на помойку, я спрашиваю, это что, русский мир? Это что, цивилизация? Я русский человек, но я патриот Украины. Я такого русского мира не хочу.